Всех приветствую. Как-то я там на плейлисте токарное самообучение показывал этот мотор на 2,4 киловатта. Да, 2,4. Он намотан интересным способом. 3000 у него выход, ну, в районе 3000 оборотов, и следующий ряд на 1500 оборотов. Поигрался немножко с конденсаторами и добился уже, ну, как бы прыгает 26 ватт, 110 ватт, 22, 13 ватт, 17, 2,4 мотор, причем он не потерял при этом ни обороты, ничего. Сначала я его понизил где-то примерно на 60-65 ватт с помощью конденсаторов. Причем конденсаторы я еще точно не подобрал, просто примерно из тех, которые у меня есть, на 16 микрофарад. И один подцепил уже с других обмоток на одну обмотку на 12 микрофарад. И вот такая вот ерунда получилась. Вон там где 10 ватт проскакивает, 17, 18, в основном вот мало, иногда проскакивает за 100 ватт, вот 8 даже бывает. Ну, сейчас как бы устаканилось, за сотню вроде уже не выскакивает. Нет, вот проскочило 125 и сразу свалилось опять 10. В общем, потребление низкое. Это уже интересно. Причем... Так, а где моя лампочка, куда я ее дел? Вот у меня я сейчас чуть удалю. Вот так. Есть у меня лампочка. Если я ее сейчас так паузу нажму. Сейчас я ее подключу. Вот я ее подключил. К сожалению, у меня одна такая лампочка. Это другие лампочки я пробовал, не работают. Тут я не знаю, что такое, ОД-шная или какая лампочка, надо посмотреть. Это у меня еще одна была такая. По-моему, я ее на склад увез. Надо посмотреть. И вот напряжение, ну, в смысле потребления, то же самое осталось. Даже он сейчас до 5 проскакивал, ватт. 7. В общем, надо еще. Это я подключил, получается, через два других конденсатора. Тоже 12 микрофарад, но уже вот со второй обмотки, да, на 3000 оборотов, которые обмотки идут, с них подключил. Ну, можно и без конденсаторов, я пробовал без конденсаторов, вообще ничего не делая, просто включил первый раз, сразу лампочку кинул на эти, и уже она светила, и причем она 20-ваттная. Когда я ее просто подсоединял, потребление не повышалось. Вот этих 20 ватт он не видел. Поэтому мне надо как минимум еще одну такую, чтобы убедиться, чтобы хотя бы 40 ватт было. Ну, в принципе, мне и так понятно, там вообще ничего не было. 20 ватт, она, конечно, слабенькая, светит как бы не очень сильно. Ну, такая... какой-то люстры там подсветка валялась у меня, где-то 3 было, куда я их все подевал, уже не помню, надо искать. В общем, сейчас еще попробую еще одну лампочку, это экономную, может быть, она тоже будет работать. Но потребление, как вы видите, вот интересно, 8 ватт, 22 ватта. Еще, конечно, теперь не интересно будет это дело проверить, подцепить сюда небольшой генератор, чтобы он работал постоянно под нагрузкой и, скажем, вырабатывал какое-то количество тоже ватт. Ну, скажем, постоянно лотока что-нибудь прицеплю, надо шкивок сделать сюда. Такой моторчик у меня, как он, моторчик и генератор, все вместе работает. Там, по-моему, один шкивок у меня есть, не помню, сейчас я гляну. Да, вот есть такой под круглый ремешок я делал. Он такой небольшой, он хорошо вырабатывает много ампер.
Но опять же, от оборотов зависит. Я сейчас не помню, сколько он у меня вырабатывал на 1500. То ли 6, то ли 12 вольт. Уже не помню, врать не буду. Где-то я все проверю. И вот его прицепить на нагрузку, чтобы постоянно под нагрузкой. И потом уже смотреть, как тут будет все это дело происходить. Попробовал также 16 микрофарадный сначала сюда цеплять. В общем, эту получается, эту часть обмоток 16 микрофарадным подцепить на ту часть обмоток, на вторую, на 1500. Не получилось. Больше пробовал тоже не. Взял меньше, вот 12 микрофарад. Но только одна обмотка работает. Пробовал я еще эти две цеплять. Нифига, опять повышение идет, как и без этого. Вот сейчас я ее отсоединю. И эту... Так, тут немножко напряжение. Не хочется, чтобы меня щипнуло. Поэтому я аккуратно. И вот без нее уже 120 ватт. А если я еще отцеплю эти, ну как бы... По классической схеме эти отключу 16, 3 штуки, тогда будет почти 200, ну там 180-190, где-то она так устаканивается в этом районе. В общем, эти три конденсатора уже где-то в районе 60-70 ватт, а если вот еще один и этот цепляю, так, попробую на другую. Да, звук какой-то появляется интересный. Ну, чуть-чуть как-то он звучит по-другому. А вот на другую не работает. В общем, получается... Так, синяя у меня, синяя здесь. Получается, напротив работает. Так, попробую на эту. На эту тоже не работает. А вот именно напротив, когда... В общем-то, я их все напротив цеплял. Вот, появляется такой интересный звук, и напряжение, в смысле потребления, валится вообще на самый минимум. Ну, 12 ватт, 50 это прыгает, но если в среднем взять, я не знаю сколько тут, ну пусть 30 ватт потребления. Так, мотор не греется, уже работает какое-то время, ничего нету. И получается, вот эта лампочка, она тоже ничего не потребляет. Если я вот это потребление отцеплю, в смысле, сделаю на вторую стадию понижения, тогда это на 120 примерно ватт сейчас. И отцеплю, вот сейчас запомним, ну 121, чуть-чуть прыгает. 116, 117, 120. И отцепляю я эти 20 ватт. Так, какие бы отцепить? И туда не надо. Стой. Отцепил я эти 20 ватт. И ничего не произошло. Вот 115 так и осталось. 117. Все так и осталось. И сейчас цепляю опять конденсатор. В общем, лампочка не реагирует. Конечно, она одна. Надо искать, где-то у меня были еще две таких лампочки. Ну, попробовать еще эту экономку лампочку. Сейчас еще, наверное, попробую экономку. Может, экономка так будет работать. Сейчас проверю. Попробовал я. Я, честно говоря, не проверял их вообще, рабочие они или нет. Сейчас все-таки, наверное, сначала проверю их еще разок. Может, они не рабочие. Нет, к сожалению, от этой системы эти лампочки тоже не работают. Обычные лампочки накала пробовал, тоже не работают. И эти тоже. Тут одна рабочая, одна как бы полурабочая. Ну, в общем, моргает она. Уже почти сдохла. Вот такие лампы надо мне найти. Ну, к сожалению... Я хотел все-таки на 3000 оборотов запустить, чтобы у меня на 3 и в обратную сторону пробовать. Но на 3000 оборотов я не могу почему-то запустить. Возможно, у меня
Пусковые конденсаторы вот у меня последние, я их использовал. Три штуки. Вот я их все три цеплял, возможно, не хватает. Эти два штуки по 100 микрофарад, этот 50. В общем-то, два мне хватило запустить на 1500. А вот трехтысячник они не пускают почему-то на 3000 оборотов. Вот такая ерунда происходит. Вообще, обмотки я прозванивал, все было нормально. Возможно, не хватает вот этих пусковых конденсаторов. Надо где-то поискать. Но у меня точно, я знаю, нет. У меня был один, я спалил, один я использовал туда на наждак. По-моему, все, они у меня кончились пусковые. Этих-то с этими проблем нету. Этих хватает куча. В общем, теперь я попробую 16 микрофарадные выбрать, чтобы было максимальное понижение. В общем, это легко делается. Запускаем, как вот, допустим, сейчас вот эти две обмотки рабочие, крайние. Средние нерабочие. Вот, запустили, получается, среднюю с крайней. И потом между средней и рабочей пробуем, тыкаем конденсаторы. И смотрим на потребление. И когда будет минимальное потребление, потом их цепляем своего рода трехугольником, да? Между этими и между этими. Три штуки, в общем. Они так, так и так. Вот эти три конденсатора так подсоединены у меня здесь. А потом уже тут дальше играемся. Но пока мне надо, желательно бы на 3000 оборотов запустить. Это будет уже гораздо веселее, интереснее, я думаю. Ну, пока такой вот опыт. Все-таки это очень интересно. Вон там иногда даже 1 ватт проскакивает. Это очень так не видно, по-моему. Надо подсветку включить. Так, еще что-то надо подключить, по-моему, чтоб совсем свалилось. Или все же поиграться с конденсаторами. Возможно, получится, чтобы не одна работала, а все три. Возможно, возможно, надо пробовать. Возможно, сейчас попробую там на 8 микрофарад. Ну, в общем, если что-то будет еще... данный момент, сейчас я недолго тут зашел поиграться, поэтому сейчас я гляну быстро, поменяю конденсатор и посмотрю. Если будет, покажу, если нет, значит, всем удачи, счастья, здоровья, пока. Нет, к сожалению, ничего пока не получилось. Попробовал 10 микрофарад цеплять, уже все не работает. 8-6 пробовал выше делать. Нифига, в общем, похоже, мне случайно опять попал, как у меня это часто бывает. Ну, сейчас стоит 12,5 микрофарад. Ну, на 12-12,5 разницы почти нету. Поэтому я еще попробую все же поискать оптимальный вариант сначала. Возможно, не 16, а может быть даже 17 или 15. Поэтому я с одним мотором игрался очень долго и... выбрал все-таки, там у меня было что-то, я не помню сейчас, 11 микрофарад или что-то такое. Давненько игрался. Но там не было второй серии обмоток, как это, ну там обычный мотор на одних оборотах. Не помню, 1500-ник был, по-моему, или 3000-ник, неважно. Они, в общем-то, 1500-ник, скорее всего. 3000-ники немножко по-другому понижаются. Точно вспомнил. Наждак я делал, там у меня потребовалось только два конденсатора. Вот эта система уже между всеми, когда соединяешь так, так и так, уже не работает. Там только два конденсатора я использовал, понизил. Тоже довольно серьезно понизил потребление. Вот одной фазы он работает.
Это там у меня стоит. Потом я проверял его на мощность, на потребление. В общем-то, мощность он не потерял совершенно, а потребление он сильно сбросил. И в данном случае, ну, тут под нагрузкой меня интересует вопрос больше всего. И, конечно, второй вопрос. Вот это вот уже получается халява. Это чистая халява. В общем-то, он сейчас потребляет, допустим, если он у меня будет работать в таком режиме и будет потреблять, опять же, как тут среднее выбрать, ну, скажем, 30 или 40 ватт. Ну, пускай под нагрузкой будет больше там потреблять, скажем, пусть 100 ватт. И таких лампочек, если я еще нацепляю, и они не будут потреблять, то это в любом случае халява. Ну, в данном случае она ничего не потребляет. Именно вот такая лампочка. А вот другие, к сожалению, нет, не работают. Замерял я тут 110 между вот этими двумя. То есть вот эти 1500, это на 3000. Вот между этими двумя я проверял, было 110, по-моему, вольт. А вот между этими двумя чуть-чуть, что-то около 100 вольт. Ну, что-то такое было на выходе. Но те лампочки никакие не реагируют, только вот это. В общем-то, что я тут понял, то, что с 3000 вот эти обмотки, это с них выходит халява. Еще одну лампочку нашел, вот такую. Тоже она работает, но так, она, правда, как я говорил, тут где-то 110 вольт на выходе получается. Там ничего не реагирует, вот сейчас я ее подцеплю, будем смотреть. Так, вот смотрим, 118, 16, 18, 21, в этом районе вот я ее раз подцепил. А нет, чуть-чуть добавилось, да? Возможно, надо на другую обмотку. Сейчас эта лампочка почему-то среагировала. А ну-ка, на другую. Тоже есть чуть-чуть. Странно. Только что проверял, ничего не было. А сейчас появилось. Ну, получается, я уже снимаю с двух обмоток. И если я еще лампочку цепляю, тогда она уже увеличивает. Ну, возможно, надо такую лампочку найти. Возможно, это тоже не канает. Но это как бы лампочка накала, обычная, спиральная. Не знаю, почему те другие не работают. Не понимаю, не хватает им 110 вольт, что ли? Они вообще не реагируют. Ну ладно, буду пробовать дальше. На этом, пожалуй, все. Выключаемся. Всем удачи, счастья, здоровья, удачных поисков. Всем пока. Выключайся.